ведутся рассказы и споры со всех сторон. Чей зад в этот раз усядется на трон? Все обещают жить хорошо, но потом. А я хочу сейчас, поэтому и балую себя тортом. Обнаженная модель на плакате, дешевый понт. Ненужными вещами заполняется пространство комнат. Пока мы в это время забиваем треками диск, жесткий компа. Информационную бомбу без спроса запихнут в голову ребенку. Трапы к самолету, состарившись, он так и не увидит мать родину. Каменные джунгли, статуя свободы, блевотина. Нам с модой никак не по пути. От внешнего вида большинство пробивает на хихи. Работает конвейер, выпускаются химики. В окна выходят люди с психикой хиленькой. Не трави себя химарем. В голове сатива порядок наведем. Индюшка, смог уберег. Что смог уберег, смог уберег. Не трави себя химарем. В голове сатива порядок наведем. Индюшка, смог уберег. Что смог уберег, смог уберег. Якобы учителя духовные ищут одиноких лохов и находят кое-что поважнее, чем их деньги и души. В доле правительства, и потому внимательно солдаты следят, чтобы ты все слушал. Наши жизни в руках одержимых, некомпетентных на петлю претендентов. Мы не видим автора, но видим его методологию. Глупо думать то, что это бог, это люди все. Смотри, что в себе эта мода несет. Какие мрази побеждает Евровидение? Нахуя кому-то надо накрутить счетчик под видео? Этот коллективный разум видит чужим глазом, говорит чужим текстом и атакует нас с детства, четко разделяя на богатых и бедных, на слабых и сильных, на уродов и на сексапильных. Чтобы на вражде этой потом наживаться, на кнопки страх, деньги, бог нажимать. Чем больше зависимых от моды, тем больше людей прыгнет. Когда она им прикажет, останется только выбрать этаж. Это же не наша история, братан, с нами так не будет. Не трави себя химарем. В голове сатива порядок наведем. Индюшка, смог уберег. Что смог уберег, смог уберег. Не трави себя химарем. В голове сатива порядок наведем. Индюшка, смог уберег. Что смог уберег, смог уберег. Сегодня больше пропагандистских видео и печатных изданий, чем когда-либо в истории. И они контролируются 5 гигантскими медиакомпаниями. Это создает больше возможностей для отвлечения людей от того, что действительно важно. Больше возможностей для продажи им отравленной еды и лекарств, которые им не нужны. Больше возможностей для скармливания им бессмысленной, искаженной реальности.